Допустим, вы спокойно играете в видеоигры на компе, как вдруг компьютерный вирус атакует ваш компьютер, а затем прямо из монитора вам прилетает резкая двоечка в голову. Дальше компьютер уже начинает атаковать вас, используя оружие из видеоигр. Но без паники мы знаем, что делать. И самое главное, не совершайте ошибку всех новичков, не пытайтесь облить зараженный вирусом компьютер кока-колой, чтобы вызвать короткое замыкание в системе, так как ПК взорвется. Но вирус выберется наружу и захватит уже ваш разум, тем самым вы пойдете захватывать мир, но утонете в луже. То есть вы погибнете. Правильным же решением будет сначала отвлечь этот вирусный компьютер с помощью петушиных фокусов, а потом быстро достать флешку с антивирусом и вставить в компьютер. Дальше антивирус мгновенно установится в программу и вырубит с резкой двоечкой этот гадкий вирус, отправив его в корзину. Это было просто, пользуйтесь.